Ребят, всем привет, меня зовут Арслан, это Хижина Музыканта. Сегодня новый выпуск моей рубрики «Гитарист притворяется звездой». Ребята, сейчас покажу реакции, которые не вошли в основной выпуск на моем канале Хижина Музыканта. Основной выпуск оставлю в описании под видео, а также в подсказках. Выпуск получился мега позитивным, многие поверили мне, так что усаживайтесь поудобнее, делайте себе чаек, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. В кальянной, что ли, сидишь? Нет, я дома. А, дома? Прикольно. Ты зачем будешь? Да, я сегодня пою свои песни. Давай, немножко. Слышу. Может, слышал эту песню, она раскрутилась чутка. Вот это. Я взлетаю, как ракета, для меня не вся планета. Черно-белые кассеты, детка, ты уже растет. В темноте твой силуэт, и мы вместе до рассвет. В темноте твой силуэт, и мы вместе до рассвет. Я взлетаю, как ракета, для меня не вся планета. Черно-белые кассеты, детка, ты уже раздет. В темноте твой силуэт, и мы вместе до рассвет. В темноте твой силуэт, и мы вместе до рассвет. В смысле твоя? У тебя классно получается. Это спасибо. Не, ну написал ты ей я. Серьезно? Угу. Ну ты вообще крутой тогда. Спасибо. А ты подпеваешь, значит знаешь эту песню, я да? Я знаю. Ты не знаешь. Кайф. Ну, наверное, есть те, которые не слушают современные песни. Ну, я думаю, это редкость. Да. А чем занимаешься так? Вообще? Ну, да. Ну, на данный момент только спортом, работаю. Ага, ну спорт это круто, я тоже занимаюсь. Ты типа входишь в качалку, да, фитнес там? Не-не-не, не качалка. Я борцуха. Ого. А про... сколько людей за свою жизнь опрокинула? Я не считаюсь. Да? Обожаешь это дело, я так обожаю, понимаю. Обожаю, конечно. Я же понимаю, что смотрю на тебя и представляю тебя с оппонентом сразу. Ого. Такой по улице идешь, ой, что-то руки зачесались, что-то скучно, ну, да, пойду. Да-да-да, такой тоже бывает. Офигенно. Как раз снег, знаешь, людям не больно. Аттракцион устраивает. Такой, да-да, бесплатный. Ну, здорово. Ну, я бы тоже хотел полетать. Ну, хорошо. Привет. Привет. Наконец-то нашла гитариста. Сыграй мне что-нибудь, пожалуйста, я тебя умоляю. Ну, я не просто гитарист, я пишу песни. Серьезно? Да, могу тебе свою песню спеть, которая сейчас, ну, потихоньку популяризируется. Давай. Али. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Ты Венера, я Юпитер, на одной орбите. Ебать его в рот, это охуенно. Вау, спасибо, спасибо. Нравится, да? Ебать. Ну ты слушай. Я заплакала. Привет. Привет. Ты одна, что ли? Да. Поэтому скучаешь, сидишь. Да. У тебя цепочка, у меня есть цепочка. У тебя золотая или фальшивка? Серебряная. А, серебряная? Да. За сколько брала? За 6000 с чем-то. А, блин, я искал себе такие же с толстыми кольцами, но максимально нашел вот такие. А, я тоже долго искала, потом нашла в торговом центре. А, в торговом центре. Давай песню спою тебе, что ли? Давай. Я авторские пишу. Час. Слышишь, братья, жизнь далеко не праздник, бум. Выбирай, на кого ты его тратишь, бум. И пускай нас замучает кашель, ничего стоит, время покажет. Пока молод бой, значит время дорог. Если надо будет, руби биты паром. Все, что потеряем, мы потом найдем. Так что давай, так что понеслась. Хей-я, 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 йо. Друзья не меняют на бомбом. Мои хулиганы бьют за домком. Больше дел, меньше снов. Классно поешь. Спасибо.
Как тебе вообще трекан? Мне нравится. Не слышала еще нигде? Слышала. О, отлично. Ну, это мой по счету получается так, 4-й трек. И благодаря лейблу получается попадать в чарты ВК. Поняла. Блин, это круто. Да. Ну, я раньше просто каверы пел, потом начал авторские песни писать. Я думал, они нифига никому не нужны будут. И благодаря лейблу, который, ну, у них же денег много, ну, они да. прям рекламируют треки конкретно и попадают в чарты ВК. Скоро я, походу, концерты начну давать. Слушай, а ты инсту можешь оставить свой? Да, могу. Напиши, пожалуйста. У тебя парень есть? Да, есть. Сколько ему лет? Тоже 17? Чуть старше, 19. Понятно. Ребята, так как многие спрашивают ссылочки и инстаграмы девчонок, которые снимались в моих выпусках, я решил сделать такую вещь. У себя в инстаграме в течение нескольких дней после публикации я буду делать пост, в котором буду оставлять ссылочки на девчонок. Конечно, за это мне может прилететь, но вдруг кто-то нашел свою любовь в моих выпусках, или просто хочет помочь человеку. Для них это все равно пиар, поэтому я думаю, все будут довольны после этого. Ты любишь гитару? Да, это мой любимый инструмент. Вау, а какие группы слушаешь? Обычно у меня электрогитара везде в моих группах, но любимая группа Кис-Кис. Вау, ну да. А группу Пицца знаешь? Да, знаю. Здорово. Можешь сыграть песню «Лифт»? Ну, сейчас открою, хорошо? Между четвертым и третьим скорее. Минуты летит, и чтобы я вас не заметил, и поспешите на третий. Свободу мне принесите скорее. Минуты летит, и чтобы я вас не заметил, и проспешите на третий. Откройте, освободите. Нормально? Очень красиво поешь, очень. Спасибо. Заявочка просто такая, которая Грюжа давно не доставала эту песню. Спасибо тебе тоже, что послушал. Пойду дальше тогда, да? Спасибо, ты попадешь у меня в небольшое видео, ты не против? Ты снимаешь видео? Да, ТикТок. ТикТок, ладно. Ну, я ты же меня не знаешь, да? Нет, я тебя не знаю, но ты будешь. Хорошо? Ты не против? Ну, да. В принципе, я же нормально спел. Просто да, впервые такое, что меня кто-то снимает. Обычно я кого-то снимаю. Так, стоп. Ну, большое тебе спасибо. Ты очень талантлив. Ты тиктокерша? Да. У тебя сколько подписчиков? 5000. Вау, неплохо. Набери в тиктоке хижину музыканта, ладно? Хорошо. Это буду я. Я тебя обязательно найду. Hi, can you sing for me? No. Okay. Okay, okay, 1 minute. I don't know English songs. Okay. Without... secret quote that daddy planned and played alone, but you don't really care for music, do you? The Buffalo King composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm Muslim. Вот это поворот! Я не понял, что она сказала? Она сказала, что она мусульманка. Поэтому ей эти песни не заходят, да? Да и что такого песни есть песня? Ну, раньше я каверы пел. Могу что-нибудь спеть, если вы назовете что-нибудь. Вас самый дорогой человек, знаешь? Нервы, что ли? Естественно. Ну, без нервов вообще никуда. Так давай вместе, пожалуйста, ладно? И пропадать в миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана.
забывать друг друга по ранам и пропадает в миллионах навек. Когда-то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана. Забывать друг друга по ранам. Блин, офигеть. Класс. Нормальный дуэт получился. Да. Приятного аппетита. Я побежал, давайте, не скучайте. Давай. Пока. Играю, давай. Дай мне на гитаре, пожалуйста. Хочу, чтобы мне на гитаре сыграли. Ну, я только свои пою. Чат рулетки. У меня песня есть одна. Первая, которая так нормально разошлась. Стой, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Давай познакомимся. Все, ты мой муж. Да, Настя. Мари. Я взлетаю, как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белые кассеты, детка, ты уже раздет. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. Я взлетаю, как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белые кассеты, детка, ты уже раздет. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. Вау, классно. Гениально. Ребята, на этом все. Если и вы так хотите играть на гитаре, а также петь, не забывайте, что у меня есть собственная школа гитары и вокала, а также видеокурсы для домашнего обучения. Они находятся в описании под видео. Спускайтесь, учитесь. Не забудьте поставить лайк. Давайте добьем 100 тысяч на этом канале. И всем хорошего дня. Поехали. Ну ты точно не в это не снимал. Че это? Ну смотри, просто все блогеры такие популярные. Они поют и то есть на заднем плане снимают. Ну, нету. Я не знаю. А может, сзади. Там у тебя розетка снимает, я откуда знаю, там у тебя мы. Может быть, у тебя там. Вот этот, что ли? Ну смотри, видишь, я подвигал. Камера не хоп, не исчезла, значит, она не здесь. Правильно? Ну да. Вау, just. Браво! Ну, розетки тоже нет. Офигеть, так классно так поешь.